Трудно ли быть матерью? Знаете, кто говорит не трудно, трудно. Не верьте, кто говорит не трудно. В этом вопросе Наталья мастер. У нее 4 ребенка, взрослая дочь Виктория и 3 маленьких ребятишек. Будущая гимнастка Кира, уравновешенный Герман и сорванец Яша, который не сидит на месте более 3 секунд. Дома шумно, соседи постоянно жалуются. Но, по уверениям хозяйки, из стенах уютной квартиры в поселке Молоково чаще доносится детский смех, а не плач. Я родила в 3, скажем так, 2-го, 3-го, 4-го, уже ближе к 40. Поэтому, когда у твоих подруг уже взрослые дети, да, они посвящают себе, они там ездят куда-то по миру, да, они позволяют себе много уделять времени, то здесь, получается, ты как бы жертвуешь немного, приносишь, ну, скажем так, себя немного в жертву. Работа у Натальи суетная. Она бухгалтер, поэтому много времени проводится вне дома. Муж тоже вечно занят, а бабушки и дедушки уже старенькие. Так что в нелегком деле воспитания маленьких непосед Наталье помогает старшая дочь, которую дети стали называть второй мамой. Мы с мамой работаем через день. Поэтому, соответственно, день я с детьми, это там отвезти их в сад, забрать их из садика, сходить погулять, отвезти на те же самые кружки. Соответственно, это по дому вся работа на мне. Виктория у нас сама спокойность, ее вывести из равновесия очень сложно. Я очень легко выхожу из равновесия. Но на детей тратятся не только нервы. Каково это – содержать семью в финансовом плане? Затратно. Если ты покупаешь одну машинку, это проблема, поэтому мы покупаем сразу 2 машинки. А если мы покупаем 2 машинки, значит, мы девочки должны что-то купить. Вот, поэтому нам можно самим сейчас открывать магазин игрушек. Больше детей Наталья заводить не планирует. Квартира маленькая. К тому же, каждому ребенку нужно уделить достаточно внимания. Поэтому все надежды возложены на Викторию. Вообще, я очень хочу своих детей, и я хочу много детей, потому что, по крайней мере, на данном этапе я знаю, что мне хватит терпения, и сил, энергии, мудрости для того, чтобы их всех воспитать. Наталья считает, что в личной жизни ей очень повезло. В этом большая заслуга мужа. Без его поддержки не получилось бы построить такую крепкую семью. Ну, какой должен быть хороший муж? Любить меня, любить детей, быть заботливым. Ласковым, нежным. Так что, ну, как-то так. Став матерью, Наталья взглянула на жизнь под совершенно иным углом. Теперь она понимает, что ребенок – это то единственное чудо, которому необходимо отдавать себя без остатка. И чаще не мы воспитываем детей, а дети – нас. Александр Шишов, Павел Игнатьев, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.